Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня будет обзор на гуманитарку от ООН. Я когда-то уже получал гуманитарку от ООН, но это было очень давно. Вообще, в последнее время гуманитарку в Украине выдают намного, но реже, чем раньше. То есть, ну, раньше ее выдавали там чуть ли не каждую неделю. Сейчас я вот последний раз получал где-то больше месяца назад, но сегодня выпал уникальный шанс. Я получил в очередной раз гуманитарку, а в частности второй раз я получил гуманитарку от ООН. Я сегодня покажу вам, что же в нее входит, какие продукты, либо же еще там что-то в ней есть. В общей сложности это выглядит вот так. То есть вот это выдавали каждому человеку. Вот такой ящик и вот такая сумка. То есть здесь вот есть соответствующие надписи, которые сообщают, что это гуманитарка от ООН. Вот видите, Всесвітня продовольчая программа ООН, что значит Всемирная продовольственная программа от ООН. Я буду сейчас вот доставать по очереди все, что в ней есть, и выкладывать вот сюда на вот эту как-то гладильную доску, или как эта хуйня она называется. То есть, чтобы вы видели, что же в нее входит. Так, дорогие друзья, начнем с пакета вот такого. Вот такой пакет, который выглядит вот так. Так, надеюсь, меня видно. Вот такой пакет. И я буду доставать сейчас с него. И первое, что здесь есть, вот такой пакет с рисом. В прошлый раз его тоже выдавали. Был вот такой пакет с рисом, он у меня даже до сих пор стоит. Я съел, примерно одну половину. Ну, хотя я не ел чисто один рис все это время. Но если бы я его ел каждый день чисто, я бы съел бы там, то есть здесь в мешке 7,5 килограмм. Я бы его съел там за неделю, где-то мне бы не стало это труда. Так как у меня еще там есть другие продукты, я его до сих пор вот ем, так что вот смотрите, написано 7,5 килограмм. И все запечатано, то есть фирменная упаковка, не какая-то там мешок, который насыпали грязными руками, немытыми. Здесь все вот, вот эта пломба стоит там. Так. А, нет. Сюда ложить опасно, потому что сломается просто-напросто вот эта сушилка. Дальше, дорогие друзья, вот такое масло. Это масло, скорее всего, не с подсолнуха, то есть не обычное вот очередняцкое масло. Это масло из чего-то другого, если я не ошибаюсь, с рапса. На нем, тоже можно жарить, то есть я вот жарю. И для меня это очень хорошая новость, потому что я нищий, нигде не работаю. И для меня, покупать масло, это очень дорого. То есть масло сейчас стоит вообще там очень больших денег, в районе там 60 гривен за бутылку. Для меня это неподъемная сумма, поэтому я очень рад, что у меня теперь будет масло вот такое. Так. Дальше. Вот это все, что было в сумке. Сумка, кстати, очень хорошая. Она, я думаю, выдерживает большой вес. С ней даже можно в магазин там ходить. То есть, если бы не был социофобом, я бы ходил в магазин со своим пакетом. А так мне очень стыдно, поэтому я буду в нем что-то хранить, а нужно просто оставлю для красоты. Дальше, дорогие друзья, вот такой очень большой, огромный ящик, и в нем одинаковые продукты, но тем не менее их здесь очень много. А в нем вот такие макароны, но макароны очень хорошие, с твердых сортов, то есть макароны с Польши. Так, здесь написано вот, то есть, с каких сортов она сделана. Хотя многие скажут, да ты что там, вообще зажался, еще выбираешь. Да, я бы был рад, даже если бы это был с обычной муки, но тем не менее, вот это с твердых сортов. Я надеюсь на это. Хотя, это может даже и с обычных сортов. То есть, здесь вот не уточняется, с каких сортов. То есть, вот так выглядит. Вот эти макароны, упаковка очень красивая.
Так, два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать и 15. Впрочем, ожидаемо, потому что и в прошлый раз в монетарке АТОН мне выдавали 7,5 килограмм нориса, вот он был в мешке, и 15 упаковок по 500 грамм. Вот вес на упаковку 500 грамм. То есть, получается, в общей сложности здесь выдано в монетарке вот что он, то есть... Ну, 15 пачек макарон, я надеюсь, твердых сортов, потому что вот здесь непонятно... Непонятно, то есть это, ну то есть здесь не уточняется, с какого сорта, может даже и с обычного. Ну конечно, я надеюсь, что это с твердых сортов, потому что обычно вот в странах там Европы, там не употребляют вообще обычные макароны, они считаются вредные, это чисто у нас обычно едят обычные. Вот так они выглядят. 15 пачек макарон, масло, мешок риса, вот так он выглядит. И я очень доволен, то есть, ну, потому что я очень люблю макароны. Я знаю людей, которые не могут их там есть чаще, чем несколько раз в год, но я ем макароны каждый день. Я могу их есть, ну, по 3 раза в день, и они мне там вообще не надоедают, то есть я их ем всю жизнь уже так и... Еще столько же могу съесть, там, даже если дожу там, до 100 лет, я буду их есть, ну, каждый день. Ну, потому что, во-первых, это самая бюджетная еда, хотя сейчас сложно назвать макароны бюджетной едой, но тем не менее, если там сравнить с чем-то другим, это более-менее адекватные деньги. Вот, ну, потому что сейчас, например, пачка... гречки стоит 90 гривен, это вообще, ну пиздец, то есть ебанутые цены там на гречку, на рис, но рис там 60-70 гривен стоит. И вот я очень рад, что получил этот рис, 7,5 килограмм, мне этого хватит, ну, примерно там на неделю, ну, может даже на 2, учитывая, что хочу сейчас похудеть. Так что я очень доволен вот этой гуманитаркой, там, хочу сказать спасибо ООН, там, что дали возможность, ну, получить, ну, такие бесплатные, ну, продукты абсолютно бесплатно. В общем, был такой обзор на гуманитарку АТОН. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.